Добрый день, меня зовут Семенов Александр, я являюсь президентом компании Corus Consulting. Компания Corus Consulting существует на рынке уже 15 лет, у нас сейчас работает 600 человек в двух городах, Москва и Санкт-Петербург, и мы все эти годы занимаемся созданием комплексных систем для различных бизнесов. Ну, конечно, изначально мы специализировались на ритейле, потом это были финансовые организации, сейчас мы работаем и с промышленностью, и с госсектором. От вендора ожидаем прежде всего понимания тенденции, которые происходят на рынке, понимание того, куда идет рынок, и готовность создавать продукты, которые способны нашим заказчикам предложить действительно лучшие решения. При этом мы не смотрим на размер вендора, даже наоборот. Мы считаем, что иногда более маленькая компания, она может создавать более фокусированные на текущих тенденциях решения. И мы спокойно относимся вот к этому, на примере даже нашей компании. Мы не считаем, что мы какая-то очень большая компания. Мы нормальная компания, но тем не менее вот эта наша гибкость и плоскость структуры, она позволяет очень быстро реагировать на изменения рынка и предлагать заказчикам лучшие решения. Вот то же самое происходит, мне кажется, и с вендорами. То есть большие вендоры, они обычно достаточно костные, вот, а инновации рождаются в маленьких компаниях, и потом задача вот найти этот баланс между желанием больших вендоров срочно купить эти маленькие компании и желанием маленьких компаний остаться независимыми. Вот. Поэтому для нас главное в вендоре – это понимание рыночной стратегии и способность быстро предлагать решения, которые смогут для наших заказчиков прямо сейчас давать результат. Поскольку мы много работаем с ритейлом, мы много работаем с финансовыми институтами, мы считаем, что AdReality – тот продукт, который позволяет вот строить эффективную точку взаимодействия непосредственно с покупателем. То есть в конечном итоге все равно все кончается точкой взаимодействия, неважно, это условно касса или это какая-то панель в зале. Да? И вот это динамичное поведение покупателя, когда он прямо, находясь где-то в среде, готов увидеть продукт, понять, что продукт ему нужен, причем это все происходит контекстно в зависимости от того, что за покупатель, какие у него предпочтения в данный конкретный момент. Эти технологии, они востребованы в настоящий момент. Это однозначно, да, то есть идет спрос со стороны рынка. Дальше вопрос, где взять решение. Вот я считаю, что в настоящий момент у AdReality одно из лучших решений на рынке, потому что в тех конкурсах, в которых мы, например, участвуем, где идет сравнение AdReality, например, с международными компаниями, оказывается, что это абсолютно конкурентоспособное решение, за которое то, что называется, не стыдно. И здесь вдвойне приятно, что это решение создано в России. И для меня особенно важно не только сам продукт, но и команда, которая за этим продуктом стоит. Мне кажется, что комбинация продукта и команды, и понимание рыночной перспективы – это и есть стратегический залог успеха AdReality.